открытия Олимпийских игр в Сочи группа «Тату» снова распалась. Сначала Юля Волкова поставила ультиматум Лене Катиной. Потом Лена выложила разоблачающее обращение в сеть. Потом Юля Волкова все отрицала. А дальше-то что? Попыталась понять наша Юлия Бабурина. С ума не сходи, а Юля с Леной друг другу не очень-то и нужны. Катина плачется фэнам об угрозах экс-подруженьки. Если я не подчинюсь ей и ее команде во всех вопросах, она найдет другую рыжую кудрявую девочку, чтобы меня заменить. Боже, какие-то я слышала истории с ножами. То, что я с собой ношу, с острыми предметами. Ну неужели я похожа на такого человека? Слушайте, я мама двоих детей. Юля, она сама провоцирует, и она сама кайфует, наверное, от этого. Мать твоя. Их детей замечают на тусовке. Нет, не с ножом, а в компании девушки с огненной гривой. Неужели Лену все-таки выставляют из вновь воссоединившихся татушек? Все, всем спасибо! Но неожиданно на нейтральной территории, взяв подмогу легалайза, противницы снимают клип. Рэпер тут же сдает девчонок, мол, их драчка лишь банальный пиар, чтобы погромче вернуться на сцену. Это разыграно гениально, интересно, но это же шоу, артисты должны развлекать людей. Мне кажется, эта ситуация только прибавляет внимание этому клипу. Мы снимаемся по отдельности, это было моим условием. Существуют определенные обязательства, которые мне нужно выполнить. Вот даже откомментировать то, что по контракту заставили, как-то... То есть, получается, артист может вот так вот низко прогнуться только по контракту? А как же творчество? Мысль, что же там с творчеством, не дает спокойно жить и многим поклонникам гёрлс-бэнда. Ведь у Волковой не одна операция на связках, и хрипотцу уже ничем не оттюнить. Когда-то она кричала, а сейчас она говорит голосом Утесова. Я стараюсь во всех своих каких-то сложностях, которые на сегодняшний день в моем голосе, видеть только плюс и положительное. Вот только ничего хорошего Лена Катина не видит для тату и выносит группе приговор. Концертов никаких не будет. Лена и Юля больше вместе не существуют. Есть отдельная певица Лена Катина и отдельная певица Юля Волкова. И все-таки убежать от поющей волчицы Юли Волковой и Лене Катиной так и не удастся. Впереди у девчонок еще несколько совместных выступлений. Так что группе тату еще однозначно не конец. Юлия Бабурина, Тимофей Трушин, про новости.